днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Эмочка. Эмочка, какая ты циферка? Молодец. Сразу задула. А желание загадала? А что ему хочет на день рождения? Что ему хочет на день рождения? Много подарков ему хочет на день рождения? Какая это циферка, Эмочка? Какая это цифра? Знаешь, это цифра 3. Это цифра 3. Это тебе сегодня исполняется 3 года. Теперь тебе 3 года. И ты вот уже какая большая. Уже даже можешь свечечку задуть. А ну пошли смотреть, что там за подарки ему ждут. Эмочка, подарки не тут. Смотри. Что это? Что это такое? Домик какой-то. Домик какой-то? Ой, ему теперь будет свой домик. И Нюшенька тебя ждет. А еще кто тебя ждет? Смотри, а еще в твоем новом домике Киндерина тебя встречает. Смотри, а еще твой любимый котик сидит на крыше. Да, котик. Это все еще там. Давай. Yes. Вот он. По традициям надо кота первого запустить в дом, да? Ну, впускай кота первого в дом. Давай, открываем дверьку. Котик первый. Заходи, котик. Мама, подарки. Там есть подарки. Что, тут есть подарки у тебя еще? А что же это за подарок? Давай открывать. А ну давай смотреть, там, что там. Там тяжелое. Что-то тяжелое? О, да, ну для меня легенько. Я хочу. Открывай. Давай с Нюшенькой вместе. Я хочу посмотреть на подарки. Ого, у тебя голос как у моей малышарики у Нюшеньки. Да, да. Ну все, значит, будем играть. О, а ну смотрим, что это. Умничка, это пазлы. Это пазлы развивающие. Они с буквами. Это азбука. Будем буквы учить? Будем учить буквы? Подождите, тут. Подождите, тут. Еще не все. Еще не все? Что это у тебя еще? Что еще за подарок? Ой. А это еще у нас что? Разукрашка? По точечкам. Будем по точечкам рисовать, учить цифры и разукрашивать. Тебе нравится? Еще есть. Да, еще что-то есть? Она сначала хочет посмотреть все, а потом сказать, давай, что я больше всего. А это что у нас? Зайчик. Зайчик. Это зайчик. Это у нас водная разукрашечка. Эмма любит такие, да? Ты любишь такие? Давай, что там еще? Там что-то еще должно быть. А ну-ка. Ой, а это что ты нашла? Киндер. На тебе. Тебе перепало. Спасибо. Открывать? Мне перепало только открывать. 1, 2, 3. Открывай. Игрушечка. Что-то надо слаживать. Какой-то, наверное, самолетик. Наклейки. Сейчас я скажу, что это такое. Какой-то Тима занят. Тима занят, складывает самолетик. А Эмма пошла искать еще подарки. Должны быть еще подарки. Что? Эммочка, ку-ку. Ой, что там? Мяшки. Давай, что там? Панда. Панда. Мишка-панда. Мишка-панда, конфетки.
буду кушать. Будешь кушать? Ну давай. Я тоже люблю такие мишки-панды. А ну еще смотри, еще там что-то есть у тебя? Наверное же еще что-то должно быть. И еще киндер. И еще киндер? Ничего Ого. Себе. Я перепала. И еще киндер? А еще что-то есть или это все уже? Что это вообще? Еще одна книжечка. Теперь, а что это за книжечка? С наклейками? Будем клеить наклейки? Развивающие наклеечки? Клеи. И учиться считать будем, да? Угу. Так. А мам. Что же Эми попадет? Есть там что-то? Какая-то игрушка? Мама. Мама. Один тем за открывай! Один тем за открывай. Давай прижму. Один. Ой, а это что такое? А только эту игрушку слаживаешь. Опять какая-то такая игрушечка. Сложившечка. Слаживать надо, да? Слаживать надо. Ну, Тима, а... Тима еще. Вот Тима тебе еще. Я задание. Рассказала, что это двое, ты будешь слаживать. И там еще что-то, да, я бы нашла? Есть еще какой-то подарок? А ну выноси. Целый домик подарков. Подари. А ну что там? О! У меня уже что-то тут получается. Что там? Хорошо, Тим, сейчас посмотрим, что тут. Что это? Айфон! Теперь у тебя будет новый телефон. А ну давай его достанем. Его надо включить. Достанем? Достанем. Достанем. Вот, у Эммы новая мобилка. Айфон почти, да, Эмма? Тима, у меня есть телефон. У Эммы теперь тоже есть свой телефон. Хорошо. Давай. Достанем. Ой! Разумный телефончик. Ого! Разумный телефончик. Будем буквы учить? Смотри, можно учить буквы с ним. Давай покажем ребятам. Да? Можно учить буквы с ним. Можно учить цифры. А можно формы. Найди звездочку. Где звездочка? Найди червоный квадрат. Червоный квадрат хочет телефончик. Нравится, Эвочка? Треугольник. Червоный трикутник. Да, красный треугольник, червоный трикутник. Тебе выходит, це жовтий трикутник. Нравится, Эвочка? Нравится тебе домик? Трикутник має три сторони. Нравится тебе домик, Эвочка? А ты видела, что там есть слоник? Видела? И бабочки. Видела? Эмочка, видишь, какой там маленький слоненок, да? И бабочки у тебя там летают. И еще маленький. Сколько у тебя? Тима. Ой, там Тима? Нет, я в окошке. А Тима тоже что-то Эмме приготовил, да? Да. Я клаю. А то нет. Открываешь окно, тогда шторки надо закрыть. Чтоб не дуло. Окошко 2. Все, и в домике у Эмочки будет тепленько. И тут надо закрыть. И тут надо. Но тут у тебя закрыто. Там закрыто с той стороны. О, Эмма, все, Эмма закрылась. Все. Да, я как же мой подарок. А Тима еще тебе. Тима, тебе смотри, что дарит. Полную бутылку мыльных пузырей. Теперь дуть их будем много-много-много. Посмотрим, насколько ее хватит. Будем теперь дуть много-много. С днем рождения!
днем рождения! С днем рождения! У-ху! О. Ну что, идем теперь развлекаться? Да. Идем развлекаться? Идем в пиццерию? Да. Пойдем? Да. Кушать пиццу будем? Да. Угу. Ну погнали! Давай! Где наш столик? Вот наш столик. Нам сюда. Смотри, у нас самый красивый столик. Самый красивый диван. Эмма, еще подарок. Еще подарок от дедушек и бабушек. А ну смотри, что там у тебя за подарок? Что тут есть? Иди подивись. А ну, что там за подарок? Какой тебе подарок? Я живой. Тима, подойди. Тима, вылазь, там еще подарки. А ну смотрите, что тут за подарки? Что там? А ну... Вот так. Что там? Открой. Ой-ой, что тут, Эмма? Ой, это что-то интересное. Я даже знаю, что. Что это, Эмочка? Это парикмахерская троллей. Ты видишь? Тима будет пиццу, да, Тима? Ну давайте. Замените, чтобы она была здоровенькая.